Добрый день! Сегодня мы покажем вам навык проведения дерматоскопии. Объяснить пациенту суть обследования. Обеспечить освещение для осмотра кожных покровов. Вымыть руки, вытереть полотенцем и надеть одноразовые перчатки. Предложить пациенту обнажиться до нижнего белья. Оценить внешний вид образования на коже. Сделать соответствующие записи и отметки в карте пациента. Нанести иммерсионное масло, гелевый лубрикант на образование. Прижать образование специальным стеклом дерматоскопа, включить подсветку. Определить основную структуру образования, меланоцитарное или немеланоцитарное. Оценить образование по всем дерматоскопическим критериям: симметрия, край, цвет, размер. На основании полученных данных сделать заключение. При возникновении каких-либо сомнений назначить консультацию врача-онколога и проведение биопсии. Снять перчатки, выбросить в контейнер для утилизации и вымыть руки. Благодарим за внимание.